застолье было изготовлено петербургскими кузнецами. И включение ручного стекла. И в проекте принимало участие несколько человек. Каждый делал свой авторский стол. Вернее, даже можно это назвать креслом или троном. И вот такая центральная композиция. Эта композиция стояла в Летнем саду, но сейчас она находится на территории Петропавловской крепости. И если немножечко пройти подальше, то можно будет увидеть другую композицию из металла. Вот к ней подойдем. Тут есть информация, что это солнечные часы премии мастера. Авторы Василий Кондуров, Владимир Саханевич, расчеты проекта Валерий Дмитриев, изготовлены мастерами гильдии художников по металлу. Кондуров, Саханевич, Антошкин, Леднев и участниками 10-го Санкт-Петербургского кузнечного фестиваля «Двутабр» в 2014 году. Вот такая работа. Можно посмотреть детали какие-то поближе. Вот так вот часы. Насколько они верно показывают время. Ну вот сейчас вот время, тут солнце вообще не попадает. В данный отрезок времени судить сложно. Но, наверное, в какие-то другие отрезки времени, возможно, что-то оно и показывает. А может быть, просто это такой символ. И вот такой солярный знак. Мы пойдем прогуляемся дальше. Так, небольшая информация, что это за стулья, и кто их сделал. То есть у каждого автора есть свой стол. Здесь они подписаны. Это все петербургские художники, кузнецы. Саханевич, Промыслов, Колтунов, Галкин, Дегала, арт-группа, Тихонов. Ну вот тут целая плеяда. И вот автор проекта Валерий Николаевич Галкин. Вот так он здесь вот изображен. Тоже художник петербургский. Написано, что реконструкция была, каждый стул новый образ, основан на сочетании различных кузнечных приемов. Работа выполнялась мастерами гильдии кузнецов Санкт-Петербурга. Ставки из цветного стекла выполнены Ириной Суворовной и Игорем Томским. Ну вот, обычно на этих стульчиках горожане любят фотографироваться. Thank you.